мини-очередь, рассказать вам или не рассказать, рассказать, не рассказать. Вы должны понять, что у нас есть основная очередь. Давайте еще раз, друзья мои, то есть у нас есть новички, есть люди, кто первый раз сейчас смотрит, кто не понимает, о чем идет речь. Живая очередь, да, то есть у нас здесь есть с вами выводы, все максимально прозрачно, то есть основной маркетинг, дополнительный маркетинг в виде реферальных вознаграждений, да, то есть вот такие вот деньги можно зарабатывать вместе с нами для тех, кто новички видит сейчас в первый раз, непосредственно видит в первый раз очередь, да, то есть 600, 1800, 3000, 6, 18, 1044. Как только достигается ваша очередь на выплату, вы получаете вот такие вот выплаты. Реферальные уровни на 3 уровня, да, то есть возможность зарабатывать на 3 уровня глубины, плюс бонусы, да, то есть в виде подарков, да, то есть в данном случае в денежном эквиваленте мы выплачиваем вам стоимость вот этих подарков, да, то есть это Яндекс-станции, AirPods, Apple Watch, iPad, iPhone и так далее. Вот, также у нас проходят различные промо, вот, и возможность получить деньги здесь сейчас за активную работу. И еще один очень мощный промо, Царь Горы, наши партнеры все забирают, вот, соответственно. Итак, у нас с вами, я даже вспотел немножечко от переживаний, что у меня такие новости классные по поводу мини-очереди. 900 рублей вход, на выходе 2700 рублей. То есть, по факту, вы можете заработать x3. То есть, x3 вход и x3 можете заработать. Соответственно, плюс 5 уровней партнерки. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, 5-уровневая партнерка. То есть, вот здесь будет распределяться энная сумма денег. То есть, энная сумма денег. Какая, я пока не скажу. То есть у нас сейчас есть возможность распределить. Мы, ну, условно, давайте предположим, то есть распределение будет немножечко другое. Там 200, там 300 рублей, 200 рублей, 200 рублей, 200 рублей и 100 рублей. То есть вот такой вот линейный маркетинг. То есть вот эти цифры, они могут быть поменяться. То есть, возможно, мы поменяем. То есть там будет все по 200, либо 400, 100 там и так далее. То есть сейчас не обращаем на это внимания. То есть мы сейчас с вами говорим, смотрите, то есть человек, который встает в очередь, он может заработать максимум 2700 рублей, максимум. Соответственно, 5 уровней партнерки, что это говорит? Вот смотрите, 5, 25, 125, 625, 3125. То есть вот представьте себе, вот геометрическая прогрессия. Вы пригласили 5 человек в очередь, эти 5 еще по 5, 25, 125, 625, и на 5 уровне 3125. И вы с каждого из них постоянно получаете по 100 рублей. То есть понимаете, о чем я? Да? То есть это большие деньги, друзья мои, это очень большие деньги. То есть реферальная программа на 5 уровней позволяет зарабатывать очень большие деньги по партнерской программе. Очень большие деньги. Смотрите, X3. Обычная очередь, точно такая же очередь, как у нас, но возможность заработать всего лишь X3. Это о чем говорит? О том, что движение в очереди будет просто космическое. То есть просто космическое движение в очереди будет. Но есть ограничения. Какие ограничения? Первое. В очередь можно будет поставить всего лишь 3 юнита. То есть нельзя поставить больше 3 юнитов. Понимаете? То есть человек не может купить себе сразу 10, 100 юнитов, миллион юнитов. Наша задача, чтобы как можно больше людей заработали. Не юнитов заработали, а людей, реальных людей. За каждым аккаунтом стоит реальный человек. Вы поставили 3 юнита в мини-очередь. Они очень быстро пролетели. Очень быстро пролетели по очереди. Вы получили выплаты по 2700 с каждого из них. У вас опять появится возможность поставить эти юниты в очередь. В ручном режиме. Понимаете? То есть очередь прошла, вы заработали. Опять сами встаете в конец очередь. Опять проходите очередь, опять зарабатываете. Опять, соответственно, юнит прошел, вы с него заработали. Опять поставили его в конец очереди. То есть первое ограничение. Вы можете поставить только 3 юнита в очередь. Стоимость одного юнита составляет 900 рублей. Вы с него зарабатываете 2700 рублей. В мини-очередь можно только встать
если у вас активны юниты в основной очереди. Если вы хотите поставить один юнит в мини-очередь, значит, у вас должен быть один активный юнит в основной очереди. Если вы хотите поставить два в мини-очередь, у вас должно быть активно два юнита в основной очереди. Если вы хотите поставить три юнита в мини-очередь, то вы должны активировать три юнита в основной очереди. То есть у вас должно быть по факту на наличие мини-очереди, то есть когда вы активируетесь в мини-очереди, должно быть активно три юнита. То есть если вы заходите на три, в основной активировано три. Если заходите на два, в основной активировано два. Если заходите на один, в основной активировано один. Если вы будете приглашать людей, вы сможете зарабатывать хорошие деньги по партнерке. Не только с мини-очереди, но и с основной очереди, потому что там тоже есть промоушены, и там тоже вы будете сразу же получать выплату. Мы не будем делать реинвест на автомате. Люди будут заходить в ручном режиме, быстро продлевать очередь. Почему я вам говорил, что мини-очередь не означает мини-заработки? Вы же понимаете, сколько денег можно заработать с 5-уровневой партнерской программы. То есть вы пополнили один раз 900 рублей. То есть он быстро пролетает эти 6 уровней. Вы на выходе получаете 2700 рублей на баланс. И все. И вы можете эти деньги вывести, потратить. Вы можете на эти деньги купить, соответственно, новый юнит. В мини-очередь можете на эти деньги продлить основную очередь. Наша задача какая? Чтобы наши партнеры сейчас, которые находятся в глубине, зарабатывали деньги каждый день. Каждый день зарабатывали на заработанные деньги, соответственно, продлевали юниты в основной очереди. И люди, которые сейчас к нам приходят, мини-очередь, чтобы они заходили в основную очередь. Еще раз, ты вкладываешь 900 и можешь, никого не приглашая, получить 2700. Потом снова из этих 2700 взять 900 и опять загрузить в очередь и опять заработать 2700. И вот так вот, как вечный двигатель, просто как касса взаимопомощи, называйте это. Я не знаю, то есть вы можете назвать это как угодно, да, то есть, но это очень круто. То есть помимо того, что у нас будет 5 уровней, у нас еще будут бонусы в этой очереди, которые позволят людям, соответственно, еще дополнительно зарабатывать. Люди спрашивают, как мини-очередь влияет на основную. Я только что сказал. То есть, во-первых, основная очередь будет двигаться гораздо быстрее, если больше людей будут продлеваться. Людям, чтобы продлеваться, нужно почувствовать деньги, зарабатывать деньги, чтобы люди выводили деньги с нашего проекта, чтобы люди, которые заходят сейчас в основную очередь, почувствовали деньги и уже на заработанные деньги смогли продлевать основную очередь, увидели, что все работает, все в порядке, все хорошо, выплаты идут каждый день, соответственно, и люди будут активнее продлеваться. Если они хотят зайти в основную очередь, в мини-очередь, у них должны быть юниты в основной очереди. Я надеюсь, это понятно. Вы должны понимать, что нашему проекту 6 месяцев. 6 месяцев исполнилось. Ни одна очередь столько не жила. Мы за 6 месяцев не то что не сдулись, мы наоборот растем и развиваемся. Понимаете? И показатель этого сейчас 2100 человек на прямом эфире. Понимаете? Мы каждый день выплачиваем огромные деньги в сеть, огромные деньги в партнерскую программу. Мы за эти 6 месяцев ни разу не подвели партнеров. Понимаете? И мы, соответственно, за эти 6 месяцев придумываем сейчас возможности, как сделать так, чтобы очередь просто двигалась и не кончалась никогда. Да, то есть и для этого ускорения как раз мы придумали мини-очередь. Это возможность, чтобы люди сейчас начали зарабатывать, которые находятся в глубине. Почувствовали проект, поняли, что все работает, чтобы все зарабатывали. Он каждый раз получает по 2700, у него появляется крутая картинка, крутой сторис о том, что он заработал, приумножил свои деньги в 3 раза. Он выкладывает в социальные сети, приглашает партнеров свежих, соответственно, и вы со свежих партнеров тоже зарабатываете. Соответственно, и дальше с 3-го уровня, с 4-го, с 5-го, понимаете? То есть, если у вас сейчас, соответственно, есть уже 5 уровней глубины, я вас поздравляю, вы будете зарабатывать десятки, сотни тысяч рублей только на старте. Только на старте будете зарабатывать. Кошелек общий, да, кошелек будет общий, потому что здесь рублевый эквивалент. Кошелек будет общий, то есть хотите деньги направляйте в основную очередь, хотите отправляйте ее в мини-очередь.
Так. Давайте дальше. Какие вопросы еще были? Я надеюсь, это понятно. Когда старт? Смотрите, старт мы планируем на 1 ноября. Старт 1 ноября. Для чего? Для того, чтобы у вас сейчас было время на предстарте собрать как можно больше партнеров, чтобы с них потом зарабатывать в мини-очереди. То есть в мини-очереди движение будет очень, очень быстрое, и люди будут уходить на выплаты очень быстро. Соответственно, все партнеры, которых вы будете приглашать, они будут быстро зарабатывать. Соответственно, и вы будете зарабатывать очень хорошие реферальные вознаграждения. Вход будет по кнопке. То есть кто раньше зашел, нажал кнопку, соответственно, то, допустим, мы 1 ноября в 18:00 объявляем, появляется кнопка, заходите, нажимаете, соответственно, попадаете в мини-очередь. То есть расстановка будет по кнопке, но реферальные, соответственно, соблюдены. Да? То есть даже если вы еще не зашли, а ваш новичок, ваш партнер зашел, соответственно, вы с него по партнерской программе получите деньги, друзья мои. Вот, а пассивщикам там делать нечего. Почему нечего делать? Надежда! Надежда! Мой компас земной! Я для кого объясняю-то, что можно зайти в мини-очередь, инвестировать 900 рублей, на выходе получить 2700 рублей, даже никого не приглашая. Но люди с активной жизненной позицией будут зарабатывать, конечно же, в разы больше. Потому что одно дело, когда ты заработал 2700 рублей, другое дело, когда за тобой армия в 10 человек прошла эту очередь, каждый из них заработал по 2700, ты с каждого из них получил еще 3000 рублей, и со второй линии еще 20 тысяч, и с третьей линии еще 50 тысяч получил, и с четвертой линии еще 150 тысяч получил. Понимаете, то есть вот вы меня услышите немножечко. Я для кого объясняю, я же по-русски говорю. Итак, старт 1 ноября, старт будет по кнопке, вход 900 рублей, на выходе получаете 2700 рублей, это единоразово, не ежемесячно, единоразово, соответственно, дальше после того, как вы прошли мини-очередь, ваш юнит сгорел, вы вправе активировать этот юнит еще раз, чтобы он прошел очередь, вы можете до бесконечности прокручивать этот юнит и зарабатывать по 2700 рублей до бесконечности. Наша задача с вами, чтобы эта мини-очередь была просто как вечный двигатель, где каждый человек раз в 3 дня, раз в неделю зарабатывал по 2700. Да, то есть я думаю, что это очень хорошая финансовая поддержка для всех партнеров, которые сейчас очень сильно нуждаются в деньгах в это сложное время. Соответственно, мини-очередь нам позволит сейчас ускорить основную очередь. Я уже объяснил, за счет чего она позволит нам ускорить основную очередь. Поэтому, друзья мои, людей с большими командами опять поставят вперед. Мне в эти моменты хочется достать пистолет и сделать себе вот так вот. Я для кого сейчас объясняю, что у нас вход по кнопке. Кто раньше кнопку нажал, тот, соответственно, и активировался в очереди раньше. Ну, вход по кнопке, это говорит о том, что все в равных условиях. Все в равных условиях, понимаете? И наше решение то, что людей с командами, с активной жизненной позицией в основной очереди поставить вперед, было верным решением. Потому что если бы мы этого не сделали, мы бы уже через месяц сдулись бы, понимаете? А то, что у нас есть сильный локомотив, который тянет людей вперед, позволяет нам жить уже 6 месяцев и развиваться, друзья мои. Поэтому то, что было принято в основной очереди, это правильное решение. Соответственно, то, что здесь вход по кнопке, здесь никто не обидится. Лидеры только заинтересованы в том, чтобы их новички, их партнеры зарабатывали как можно больше денег и быстрее заработали, чтобы, соответственно, продлились в том числе основную очередь. Поэтому здесь, я думаю, что все в равных условиях, да, то есть и все будут абсолютно счастливы. То есть первое, что нужно сделать, убедиться, есть ли у меня достаточное количество в основной очереди. То есть, соответственно, если я хочу заходить сразу на 3 юнита, то есть у меня должно быть 2700 рублей на балансе, то есть чтобы сразу я мог себе активировать 3 юнита в мини-очереди. То есть, соответственно, я кладу на баланс 2700 рублей.
И у меня активно 3 юнита в основной очереди. Все, я убедился, все хорошо. На момент 1 ноября я знаю, что эти юниты будут активны. Соответственно, и 2700 рублей на балансе есть. Дальше что я делаю? Я начинаю, соответственно, работать с партнерами. Я начинаю активно приглашать людей, рекрутировать. Мы для вас приготовим все необходимые инструменты. Я подготовлю видеоролик. Мы дадим вам креативы, сторисы, картинки. И вы сможете приглашать, и сейчас вы уже сможете пригласить условно, я не знаю, там 50 человек, 100 человек сможете пригласить. То есть до момента старта. И, соответственно, сможете заработать реферальные вознаграждения. До бесконечности сможете зарабатывать. Мне хочется, чтобы вы прям прочувствовали. То есть вот те партнеры, которые сейчас на старте активно приглашали в основную очередь, они сейчас зарабатывают каждый день очень большие деньги по партнерской программе. Мне хочется, чтобы и вы сейчас прониклись и поняли, насколько сейчас выгодно, да, то есть людей заводить в мини-очереди. У нас охрененная репутация, друзья мои. То есть я за нашу репутацию вообще не переживаю. Мы те люди, которые ни разу не подвели, выполнили все обещания, которые обещали, да, то есть и мы двигаемся в правильном направлении, да, то есть не без ошибок, да, то есть нельзя сделать что-то, совершить что-то, не сделав ошибки. Я наоборот говорю, что всегда нужно совершать как можно больше ошибок, чтобы делать работу над ними, двигаться дальше, да, то есть чтобы становиться экспертнее. Вот, давайте сейчас быстренько все как сделано. Все будет сделано на высшем уровне технически, можете не переживать. Единственное, за что можете переживать, сколько людей у вас будет на старте в мини-очереди. Какое количество людей будет на старте в мини-очереди по партнерской программе заходить. Столько денег вы и заработаете. Вы по факту в ноябре-декабре месяце сможете закрыть все ваши финансовые потребности. Если у вас там, я не знаю, там кредит условно там в 300 тысяч рублей, пожалуйста, ноябрь-декабрь вот так вот это все закроется. Да, то есть не потому, что вы там один раз, два раза там пройдете мини-очередь, заработаете 2700, а потому что у вас будет огромное количество реферальных партнеров крутиться в этой мини-очереди каждый день, просто заливаясь, приглашая своих партнеров, соответственно, прокручивая эту мини-очередь, и вы сможете зарабатывать каждый день очень хорошие деньги. Чтобы зарабатывать реферальные, нужно однозначно будет участвовать в мини-очереди. То есть, если вы не участвуете, вы ни реферальные не получаете. То есть, здесь максимально все справедливо. Сейчас людей нужно регистрировать через основную очередь. Если они хотят принять участие в мини-очереди, их нужно сейчас регистрировать через основную очередь. То есть в любом случае они не смогут попасть в мини-очередь, не активировав один хотя бы юнит в основной очереди. Я очень рад, на самом деле, что мы нашли решение усиления нашей основной очереди. До 1 ноября, да, PR включит, не переживайте.